В Омске из горящей гостиницы эвакуировали больше 20 человек. Пожар произошел на улице 27-я рабочая. Возгорание началось на втором этаже гостиничного комплекса. Из-за ветра пламя моментально перекинулось на первый этаж здания. В нем находилось 25 человек, персонал и посетители. При этом люди не могли выбраться из-за сильного задымления. Эвакуировать их пришлось спасателям. Здание тушили больше часа. В гостинице полностью выгорела кровля. Из-за позднего обнаружения загорания, из-за позднего сообщения в пожарно-спасательную службу, а также сильного ветра, пламя уже охватило кровлю здания. Была угроза перехода огня рядом стоящему зданию. Персоналы, посетители здания были эвакуированы в безопасную зону, соответственно, спасены. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети, именно перегрузка электросети.